Приветствуйте этого видео. Сейчас я покажу. Чуть не сказал игру. Сейчас покажу Дон Клеостеуса Аншляйх. Начну с того, что у него подвижные челюсти. Вот так вот пасть открывается и так пасть открывается и закрывается. Он сам такого серого цвета. Ну, вот здесь вот это панцирь как бы идет, а вот здесь все остальное чешуя это коричневого цвета. А панцирь выделен серым цветом. Вот так задумали. Так. Плавники у него тоже коричневого цвета, и даже вот у него уголки плавников коричневого цвета, да. Дон Клеостеус шил 315 миллионов лет назад в Девонском периоде. Это была панцирная рыба. У нее даже там у Дон Клеостеуса были на как бы это сказать, ну не буду тянуть время, и даже были это во рту был этот панцирь. Что я заспинаюсь? Вообще, что сегодня со мной? Так. Вот многие считают, что это суп, а на самом деле это панцирь был тоже. Так. О, я, наверное, могу ошибиться, потому что не знаю точной длины. Но скажу приблизительно, наверное, там 7-13 метров. Я точно не знаю длины. Я не знаю точно длины, вот так. Короче. А можно купить, есть один сайт Аншляйх, там все игрушки Аншляйх. Ну, наверное, не прям вот все, но там коллекция, вот. Сайт, где вот эта коллекция продается. Можно заказать на дом, и можно по телефону звонить, туда приезжать в магазин. Кто не знает, у меня был еще обзор там на наборы от Аншляйх. И, наверное, сейчас будет обзор на игрушку Аллосавра. Так, так что вот ссылку на тот магазин я оставлю в описании к этому видео, если, конечно, не забуду. Тут такое очень часто бывает, когда я выкладываю видео, запланировал что-то в описании писать, и этого в описании просто не написал. Да, такое у меня бывает. Ну, раз уж все я рассказал, такой вот короткий обзор получился, потому что про него ничего невозможно сказать. Про него вообще ничего невозможно сказать. Ну, я хотел показать, у меня недавно эта игрушка появилась, и хотел вам показать эту игрушку. И у меня, я хочу сделать обзор на игрушку Аллосавра от Коллекта, я не знаю, выйдет сейчас или нет. Уже много видео снял за один день, только за один день уже куча видео снял. И еще сейчас не вечер, еще, ну сейчас 1 час дня сейчас.
И кто подумал, у меня аллосавр уже давно. Аллосавр у меня, наверное, уже тот аллосавр, который я сейчас покажу. Нет, я не знаю. Короче, тот, который я собираюсь показать аллосавр, он у меня уже, наверное, где-то с 2013 года. Это очень давно было. Ну, не прям очень давно, ну, а получается тогда 4 года назад. Ну все, ставьте лайки, что там еще, подписываться и оставлять комментарии.